Металлургический ордена Трудового Красного Знамени, завод имени Серова. Коллектив доменного цеха завода досрочно, еще 8 декабря, закончил выполнение годовой программы. Доменщики достигли самых высоких в стране результатов использования производительности печи. Инициатором нового патриотического начинания выступил коммунист Горновой Петр Филиппович Лопатин. Он предложил создать фонд сверхплановых накоплений для досрочного выполнения новой сталинской пятилетки. Принимая смену, Горновой Лопатин знакомится с состоянием печи, проверяет ход ее. Передовая бригада уже дала стране сотни тонн металла сверхплана. Внимательно слушают металлурги рассказ молодого доменщика об опыте его работы. Почетный металлург Горновой товарищ Павлов и подручный Лопатина товарищ Бажин. Почин доменщиков горячо подхватили сталевары. Мартеновский цех завода. Один из первых последователей Лопатина, почетный металлург, сталевар Иван Александрович Бетехтин. Он обязался до конца пятилетки дать много сверхплановой стали. Уральские металлурги активно борются за выполнение решений 19-го партийного съезда. Ученые Урала собрались на сессию Уральского филиала Академии наук. Вместе с учеными в работе сессии участвуют новаторы производства и сельского хозяйства. Лауреат сталинской премии профессор доктор Михайлов. Начальник доменного цеха Чусовского завода товарищ Ждановский. Лауреат сталинской премии профессор доктор Козлов. Председатель колхоза имени Свердлова Богдановичского района товарищ Еремеев. Профессор доктор Никольский. Профессор доктор Иванов. Лауреат сталинской премии директор Пышминского рудника товарищ Янкин. В этом году Уральскому филиалу Академии наук исполнилось 20 лет. На сессии заместитель председателя президиума филиала профессор доктор товарищ Деменев сделал доклад о задачах научных работников Урала в свете решений 19-го съезда партии. Ученые Урала в содружестве с передовиками производства вносят большой вклад в борьбу за досрочное выполнение пятилетнего плана. Шадринский птицекомбинат. Десятки тысяч гусей откармливают ежегодно на комбинате. Заботливо ухаживают за птицей работники комбината. Для правильного кормления гусей составляется точный, научно обоснованный рацион пищи. Качество кормов обязательно проверяется в лаборатории. Высокой упитанности птиц добилась комсомолка Нина Бурундукова. Славится своим трудом и коммунистка Клавдия Михайловна Хомякова. Она занимает первое место в социалистическом соревновании среди работников комбината. Вес гуся доходит до 11 килограммов. Пятый пятилетний план предусматривает создание изобилия продуктов. Птицекомбинат с честью выполняет эту задачу.
живописной местности Южного Урала расположен санаторий Кисигач. Круглый год здесь лечатся и отдыхают трудящиеся. Потомственный златоустовский металлург Иван Игнатьевич Малых интересуется последними новостями. Конструктор Николай Ильич Краснов и вагонный мастер Иван Степанович Спиридонов. В санатории применяются последние достижения советской медицины. Для больных готовятся специальные радоновые ванны. Хорошо на свежем воздухе. Крепкий уральский мороз не пугает отдыхающих. Лыжники отправляются в поход. На снежной горке можно встретить людей любого возраста, любой профессии. На катке всегда много молодежи. Забота о благе советского человека является для государства высшим законом. В Свердловске проведено лично командное первенство Советского Союза по акробатике, спортивной и художественной гимнастике. Среди участников сильнейшие советские спортсмены, победители 15-х Всемирных Олимпийских игр. Представительница Российской Федерации Воронцова выполняет индивидуальные упражнения, за которые ей присуждается второе место. На кольцах москвичка Моторина. В соревнованиях Моторина набрала наибольшую сумму баллов. Разновысокие брусья – один из сложнейших снарядов. Упражнение выполняет мастер спорта Красненко, Украина. Молодая гимнастка Коновалова, представительница Узбекистана. Упражнение в равновесии. Джугели, Грузия, завоевала первенство страны за прыжки. Произвольную программу на перекладине выполняет участник Олимпийских игр Перельман, Ленинград. Абсолютный чемпион страны Шагинян, Армения, выступает на одном из сложнейших снарядов «Конец ручками». Соревнования показали новый рост спортивного мастерства. Общекомандное первенство завоевали спортсмены столицы. Приз получают заслуженные мастера спорта Урбанович и Сергий. Золотые медали чемпионов по отдельным видам вручены Джугели, Грузия, Шагинян, Армения, чемпиону Олимпийских игр Чукарину, Украина.